Поехали в Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь. Внутри очень красивые приходы, все красиво, все восстановили убранство, приходы разрисовано, все так хорошо. А это вот часть крепости вокруг Нового Иерусалимского монастыря, но тут дальше не пускают. Вот хотели побродить по территории, а там дальше все ремонт. Но в целом очень красиво. И внутри побывали в храме Гроба Господня. Сегодня очень хорошая погода, тепло, жарко даже, 29 градусов. Сегодня 25 июня. Всех целуем, обнимаем. Стоянка. Есть там мельница или нет? Мы тогда с Анюткой на мельницу даже забирались. А, нет, не видно заседания.